Привет, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Сегодня покажу вам рецепт. Тоже долго у меня его спрашивали. Это очень старинный рецепт, рецепт трубочек, да, рецепт вафель. У меня на канале есть 3 яичек. Вот, а это вот именно старинный рецепт, который делали наши мамы и наши бабушки. Наверное, кто вот пекет часто, вот они как раз его знают. Вот, что нам к этому надо? Нам надо 5 яиц, 1 пачка ванилина, 200 грамм масла. Не обязательно его хорошо прям растапливать. Щепотка соли и 200 грамм сахара. Сахар можете на 150 грамм убавить. Например, поменьше сделать, да? Потом, как, это уже как на любителя. И 250 грамм муки. Муку тоже я уже говорила вам, да? Мука. Вообще по рецепту она 250 грамм идет. Но мука у всех разная. Если у вас сильно будет густая, например, масса, лучше добавьте немножко воды. Не молока, а именно воды. Когда воду добавляешь, они более хрустящие становятся. Уже говорила. Ванилин и вот этих вот 5 яиц. Яйца у меня большие. Ну, приступим. Убираю отсюда муку, извиняюсь, немножко простыла, мы с мужем простыли, и вот поэтому меня не было долго видно. Так, сначала в яйца добавляем щепотку соли. Это всегда надо, потому что она хорошо разрыхляет и прям разжижает оболочку яиц. Так. Теперь добавляем сахара. Тут у меня 200 грамм. Все, не обязательно прямо в пену взбивать, просто немножко взбейте. Это, конечно, можно сделать все руками, я имею в виду, что венчиком, не обязательно прям на миксере. Вливаем наше масло. Рецепт очень легкий и быстрый. Так. Добавляем ванили. У нас такая сырость на улице. Ужас. Но тепло. 8 градусов. Завтра до 10 градусов обещают. Очень тепло на улице. Ну, теперь будем добавлять нашу муку. 250 грамм. Я сегодня буду делать с моей вареночкой, вареная сгущенка. Вы можете, сюда очень хорошо подойдет, знаете, крем заварной. Ну, два этапа, потому что я всегда один этап смотрю, какое тесто, а потом, например, если сильно там жидкое, еще добавляю. Как обычно. Так, немножечко сделаем, чтобы она не сильно такое, пыль мне поднимала здесь. Ну и добавляем нашу остатку. Вот такая вот жидкая. Значит, надо еще добавить. И все, тесто наше готово. Так, ну теперь посмотрите, вот такое вот тесто должно получиться. Вот такое вот. Как на оладушке.
Немножко его оставим на минут 10. И покажу вам я мою вафельницу. Вафельница у меня старенькая. Старенькая. Уже вам, по-моему, я показывала. Вот такая вот моя вафельница. Начинять, девчата, будем мы сегодня. Тут у меня 500 грамм вареной сгущенки и 100 грамм сливочное масло. Тут уже все сбито. И, конечно, украшать орешки. Можете ягодой любой, да? Или, например, вот голубикой. Я вот, например, еще сделала. Тут у меня... Это я, конечно, потом все покажу. Вареная сгущенка, тут ложка где-то. Я буду вот сюда делать вареную сгущенку, например, и обыкновенную сгущенку, и макать буду там, например, в кокос, да, в кокосовую стружку, чтобы было вот по краям немножко вот, ну, как бы приукрашено, как красиво. Кто как может, например. Ну вот, сейчас попробуем. Включила ее, она у меня уже разогрелась. Давайте вот одну ложечку сначала на пробу сделаем, я всегда вот так вот делаю. Одну ложечку, можно еще половинку, наверное. Ну и накрываем. К ней у меня идет, к этой трубочнице, еще специально делать кулечки. Я тоже хочу сделать несколько штук, покажу вам потом. Вот и все, и будем ждать. Ну, сейчас посмотрим. Что у нас получилось? Такие вот сильно зажаристые. Не хочу. Посмотрите. Даже можно вот одной рукой закручивать. Смотрите, что. И вот сюда вот складываю я. Все, сейчас еще одну ложечку. Вот так вот. Все. Вот и все. Закрываем. И ждем. Тут есть мини и максимум, да, на немножко и на всю. Но она у меня такая, что она как медленная. Я как не боюсь, что она, например, там прогорит. Вот такие вот они получаются. Посмотрите, какие прелести. Вот такая вот. Все, можно шприцом и вот так вот ложечкой маленькой делать. Я сильно прям тоненький, как, ну как сильно прям не закручиваю. Всегда вот так вот делаю. Посмотрите, теперь... Как я буду крем делать? Можно, я говорю, маленькая ложечка, это большая. Вот такая вот у меня штука есть. Я уже надела насадку. Насадка обыкновенная звезда. Обыкновенный стакан. Так просто вот от меня накладывать. Можете побольше взять, можете баночку взять. Я вот так вот делаю. Это у меня, правда, узковатая. Полиэтилен попался. И вот так вот сделаю. Вот и все. Буду накладывать сюда крем. Мою любимую вареночку. Так. Много не буду. Где-то половинку наложу. Вот так вот. Дома так вкусно пахнет вафлями, ванилином. Я часто вафли пеку, потому что люблю вафли, орешки, булочки с маком, рулеты. Такое все-все мы любим. Особенно домашняя выпечка. Вот так вот. Ну, все, наверное, вот так вот и оставлю. Пускай оно мне... Ладно, еще ложечку возьму. Все. Убираю. Все, сейчас оно стекет сюда. Я всегда все готовлю, чтобы у меня было. Вот и все. И ложу сюда потом. А потом уже начинаю давить. Когда уже все готово будет. Хочу показать вам вот эти вот вафли. Вот это моя самая первая. Смотрите, какие они хрустящие. До того хрустящие. Вот, смотрите, как вам показать, вот так. Смотрите, очень хрустящие.
Я тут, конечно, немножко уже испекла. Хочу просто вам показать, как я делаю. Вот так вот я делаю. Сюда вот. Смотрите, какая красота. И всегда с двух сторон. И с этой стороны прям. Вот и все. Ну, я тут сделаю тоже, а потом уже все повытираю. Посмотрите, как я украшаю. Вот у меня орешки обыкновенные я начистила. Сейчас еще сделаю кулечки. Вот. С голубикой можно туда пару голубик положить. Но только если с голубикой, надо сразу кушать. Вот так вот такая вот красота получается. А я вот сделала с этой трубочкой. Вот, закрутила. Закручиваю я всегда руками. Но она сильно большая. Сильно большая, да, вот посмотрите, какая большая получается. Я вот в основном еще делаю руками. Еще немножечко сюда делаю руки и чуть-чуть подкатываю. Потому что хочу сюда тоже голубику наложить немножко, орехов, чтобы было вкусно и красиво. Ну, сейчас теперь покажу, как я, например, украшаю, да. Я сильно их не зажариваю, если вы видите. Такие вот средние мне нравятся самым больше. Сильно зажаристые прям не люблю. Вот смотрите, вот так вот я делаю. Например, вареную, ой, обыкновенную сгущенку беру, да? Обыкновенную. Тут у меня кокосовая стружка. Как взять, чтобы было удобно? Ой, ломаются, взять нельзя. Очень такие, знаете, нежные прям. Ну, вот так. Вот так вот, смотрите. Ломается очень, до того очень хорошее тесто нежное. И вот, например, беру мою эту, и вот так не прям много, а вот так вот по стеночкам делаете, вот так по стенкам, чтобы как будто у вас там рассыпается. А то так, когда будете полную эту делать, тут один крем будет. Так, ну и вот делаете, например, голубику сюда. Просто как кулечки, да? Кулечки с чем-то. И вот орешки. Вот, смотрите, как красиво. Сюда буду ложить. Видно, нет? Вот так вот. Ну и посмотрите, что у меня получилось. Посмотрите. Получается, это очень много. Они очень вкусные, они хорошо скручиваются, очень легко скручиваются. Они тоненькие, хрустящие, так что делайте. Вам понравится. Рецепт очень хороший и вкусный. Всем пока. Хорошего вам вечера. А у кого день, хорошего вам дня. У нас сейчас вечер. До новых встреч.